Я рада приветствовать вас на своем канале 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого перца, который называется Орнаменталь Филиус Блю. Орнаменталь Филиус Блю – это декоративно съедобный сорт. Плоды фиолетово-синие, затем становятся по мере созревания оранжевыми и в биологической зрелости становятся ярко-красными. Листва темно-зеленая с фиолетовыми жилками, да. Растения в высоту 35-40 сантиметров. Плоды конические, где-то 1,5-2,5 сантиметра в длину. Недозрелые плоды более острые, чем в зрелом. Чем становится зрелее плод, тем острота становится более мягче. Срок созревания этого перца составляет около 100 сантиметров. По шкале Сковела острота этого растения, этого перца, составляет от 50 до 100 тысяч единиц. Вот так выглядит плод в разрезе. Толщина стенок около 2 мм. Очень приятный на вкус. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Подписывайтесь, заходите на мой канал. Знакомьтесь с другими сортами острого перца. Thank you.